Всем привет! Девочки, сегодня мы с вами будем делать вакуумный массаж зоны лба. Я расскажу, зачем это нужно, и покажу, как правильно его делать. Обязательно досмотрите это видео до конца, в конце видео вас ждет приятный сюрприз. Итак, начнем. Зона лба является одной из самых эмоциональных зон. И поперечные морщины образуются уже в достаточно молодом возрасте. Со временем эти морщины становятся еще глубже, образуя явные борозды. И одного вида массажа для устранения поперечных заломов уже недостаточно. Создается впечатление, что кожа лба буквально прошита вдоль морщин. Для того, чтобы ткани лба были подвижны, нам необходимо сделать разволокнение и сепарирование зоны лба. После этого эффект от массажа будет выше. Если баночка во время выполнения вакуумного массажа плохо сдвигается и открепляется, значит ткани нашего лба склеились, образовались тяжи в местах заломов. Вы можете это четко увидеть в видео, где Александр делал себе массаж лба. Баночка плохо двигалась и постоянно откреплялась. Почему она не приклеивается? В области межброви приклей и веди вверх и в стороны. Итак, делаем разволокнение лба. Приклеиваем пальчики и начинаем сдвигать кожу с лобной кости в разных направлениях. После этого разгладим наш лоб и сделаем сепарирование в области линии роста волос. Это место вплетения лобной мышцы в апоневроз. Ставим пальцы у линии роста волос и сдвигаем кожу вверх-вниз. Прорабатываем всю линию роста волос. Затем таким же образом проработаем каждый поперечный залом. Переставляем пальцы, сдвигаем кожу. Приступаем к вакуумному массажу. Для этого нам понадобится масло. Обязательно снимаем макияж перед массажем. Наносим масло. Берем вакуумную баночку. Приклеиваем ее в зоне межбровья и ведем от середины в сторону, постепенно продвигаясь вверх. Затем по линии снизу вверх ведем баночку до линии роста волос. Затем повторяем этот прием по направлению сверху вниз. И повторяем предыдущий прием. Следующий прием. Приклеиваем баночку и совершаем круговые движения. Если баночка плохо двигается и постоянно отклеивается, значит необходимо хорошо проработать ткани нашего лба. Делаем регулярно разволокнение и сепарацию тканей. И следующий прием, для которого нам понадобится баночка маленького размера, мы проработаем каждую морщинку пунктирными линиями. Ставим баночку и маленькими штрихами проходим наши заломы. За
заодно проработаем зону межбровья. И морщины над бровями. Затем приклеиваем нашу баночку и зигзагообразными движениями прорабатываем весь лоб. Очень важно после выполнения вакуумного массажа тщательно очистить кожу от масла. А теперь самое интересное. Мы решили разыграть набор вакуумных баночек среди наших подписчиков. Главное условие – быть подписчиком нашего канала и написать любой комментарий под этим видео. Комментариев может быть неограниченное количество. Победителя выберем 16 декабря методом случайных чисел. А сейчас хочу дать повод для комментариев. Мы тестируем новый микрофон. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как звук. Стало тише, громче, лучше или хуже? И если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.